Касим Гучев, руководитель, организатор команды «Искра». Вы выиграли у «Спартака» 2004 со счетом 8-1. В принципе, счет и так все говорит. Но все же ваш комментарий по матчу. Как, что ожидали от игры и что получилось? Я даже тебе в личной беседе там перед игрой рассказывал пару дней назад, что ждем очень сложной игры, потому что если ребята молодые, это не значит, что нас ждала там легкая прогулочка. Плюс для них, что они каждый день тренируются. Наши пацаны встречаются только на матчах, поэтому... И, как оказалось, счет не должен, как говорится, нас обманывать или как-то. Была очень сложная игра, особенно начало. Просто нам удалось там в конце первого тайма и в начале второго развить успех. Замены сработали, у соперника не было столько замен, поэтому можно сказать, счет в какой-то степени по игре, но легко нам точно не было. На этот раз кто помогал команде добиться такого выдающегося результата? Если не ошибаюсь, это самая крупная победа в истории «Искры», в новейшей истории «Искры». Самая крупная была 7-2 как раз с «Спартаком» 2006-2. Да, хотел гол еще рассчитать. Сегодня огромная благодарность Беслану Дишеву, потому что он и со стрижкой газона, и вот до последнего рубля все нам сегодня оплатил. Большая благодарность. Мы не могли сегодня иначе сыграть, потому что мужик в нас верит, вкладывает. Мы должны местных разочаровывать. Что, Касим, с победой и дальнейшего развития.